Получаю визу Шенген через Испанию. В списке документов привлекло меня вот что. Не знаю, как в посольствах других стран, но испанцы для незамужних, неработающих девушек требуют справку со счета лица, финансирующего поездку. Спонсора, то бишь. Папика, блядь. От неработающих юнош они почему-то такую справку не требуют. Причем, обратите внимание, подчеркнуто молодых девушек и женщин. Только молоденькие интересуют. И обязательно разделение. Девушки налево, молодые женщины направо. Блять, пиздец просто, я возмущен до глубины души. Куда смотрят правозащитницы и прочие оголтелые феминистки, блять? Нарушение прав же налицо. Испанцы совсем охуели. По списку документов получается, что всех российских девушек они считают за бледей. По умолчанию. И потрудитесь предоставить справку. Охуевшие испанцы всерьез считают, что все российские девушки, не имеющие доходов, прям спят и видят, блять, как незаконно остаться в Испании, чтобы обслуживать тамошних волосатых, сальных орангутангов. Можно подумать, Испания прям страна охуеть каких карьерных возможностей. Они совсем позабыли, что завели себя в настолько глубокую экономическую жопу, что их самих впору спасать от банкротства. И просят денег у своего папика Евросоюза. Как, впрочем, и страны других, таких же волосатых средиземноморских лентяев – Греции, Кипра, Италии. Потому что, когда климат позволяет не запасаться на зиму дровами и не строить теплых жилищ, а земля настолько плодородна, что практически не требует обработки, все растет само, то вот и привыкли разлеживаться под пальмой и нихуя не делать. И считать всех работящих баб за бледей.